Сейчас мы хотели бы сделать реакцию на канал Вика Бризи. Это видео называется «Диванное войско. Сестренка Вика Бризи». Злые комментарии. Поехали. И хейтеры получат от нее. Ребят, я не хочу, чтобы канал моей сестры закрывали. Контент-то хороший. Можно смеяться. Хейтеры. А вот про лошадиную челюсть нужно подумать. Горите в аду, милашечки. Ребят, всем огромный привет, с вами Вика Бризи. Я знаю, сейчас стою не в таком удобном положении, потому что у меня сейчас в гостях человек метр, наверное, 30 с кепкой. Это моя родная сестренка Ажар. Добро пожаловать. Сегодня в этом выпуске все хейтеры получат от нее. Ты готова? Да. Ты готова показать им, где раки зимуют? Где? Ты готова их закопать? Где? Где? Маслим Кардери пишет: Тварь, сдохни. Но это уже это. Слишком далеко, так нельзя говорить. Паша Вивет спрашивает: зачем смех так выдавливать из себя? Я выдавливаю из себя смех? Нет. Я так смеюсь в жизни? Иногда бывает. Ты сейчас меня сдала. Время Жора пишет: надеюсь, администрация Ютуба удалит или лучше закроет канал Вики Бризи. Ребят, я не хочу, чтобы канал моей сестры закрывали. Контент-то хороший. Можно смеяться. Хейтеры. Хейтеры. Фантерс Гроу. Ты уродка. Вот скажи мне. Я уродка? Нет. Сам и милый смайлик. Вика же полис. Ну-ка, скажи, это правда или нет? Правда. Кто у нас же полис? Жополис, я думаю, это та девка на аватарке. Девка! Мистер Фараон, наверное, правильно я прочитала. Гори в аду своими татушками. Татушки нормальные. Если человек хочет, то хочет, он не для кого-то не живет. Пусть делает, что хочет. Спасибо! Алина Ким, ты дура. Алина, я могу сказать, что комментарий написал самой себе. Какая-то маленькая, да, девочка? Да. Специально аватарка не показывает, да? Не все такие. Биц, бантосики. Хотя, это не мое дело, но я так скажу. Они стараются на себя посмотри. Штаны как штаны, а ты страшные, зубы выходят изо рта, дура, ты не сможешь замолчать. Если тебе все равно, то и не смотри, дура. Что? Жесть. Ты вообще что-нибудь поняла? Нет. Ты вообще что-нибудь поняла? Я поняла, что тут нет запятых. Грамотная каша. Нет, знаете, кажется, что вот такие плохие комментарии пишут в основном неграмотные. Хотя это не мое дело, но я так скажу, они стараются на себя посмотреть. Штаны как штаны, а ты страшные зубы. Выходят изо рта, дура, ты не можешь замолчать. Если тебе это все равно, ты не смотри, дура. Самое печальное то, что эти комментарии реально могут дети читать. Кизи, кажется. Нечаянно ткнулся на видео. Извините, но зачем жать как лошадь постоянно, даже без повода, на нервы? Действуешь со своим смехом, открываешь весь рот, вся лошадиная челюсть видна. Совсем не смешно. Ты когда я вот так смотрю, смеюсь так. Что ты думаешь по этому поводу? Пахнет изо рта. Эй, у меня не пахнет! Жесть! Не пахнет у меня изо рта! Это нормально, что человек тогда шутками смеется. А вот про лошадиную челюсть нужно подумать. Твитти-китти. На девочку даже не похоже. Больной вопрос, который на протяжении всей моей жизни. Спрашивать все. И тебя это не удивляет, да? Да. Какой-то корейский, кажется, да, иероглиф или японский? Корейский. Ну давай, какой-то кореец нам пишет на русском. Убери волосы с подмышек. Ты все-таки дяушка, неприятно стало. Так, сейчас сделаем тест. Есть? Нету. У тебя нет сисек? На счет три. Давай ответим, где они. Раз, два, три. На спине! Так, Ажуня, у нас закончились вопросы, и каждый герой говорит свои пожелания нашим хейтерам. Что ты пожелаешь им, смотря в камеру? Горите в аду, милашечки. Ребят, я надеюсь, вам понравилось видео, я надеюсь, вам понравилась Ажуня, надеюсь, понравились вам ее ответы, ее юмор. Ты пошутила, правда? Да.
Конечно, пошутила. Так что ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайся на канал. Ждите следующие выпуски Диванного войска. Будет новый сезон. Новый сезон, все будет совершенно по-другому. Улыбайтесь, перестаньте злиться, перестаньте хейтить. Просто живите жизнью. Всем пока. Пока. Сайонара. Че, система тоже с юмором? Ну, она такая, ну, блин, я в последнее время замечаю за тем, что маленькие белки гораздо, ну, я не знаю, то ли у них... Блин, я не могу выразить свои мысли, почему? Потому что я реально, если сейчас вот посмотреть, то есть я гораздо эмоциональнее, чем, допустим, мои, ну, вот, мелкие. Почему? Потому что они как бы, знаешь, для них это как бы спокойно, я начинаю ржать над чем-то, просто ха-ха-ха-ха-ха. Мне сейчас стало смешно смеха. Вот, то есть я начинаю ржать, а, ну, мелкие такие, просто спокойно. Это, ну, типа, не вижу ничего в этом смешного. Или, допустим, я начинаю что-то о чем-то думать, суперическом, я не знаю, мегакосмическом, а они такие, ну, такого как бы не бывает. И все как бы на этом просто... Не, ну, в общем, да, много есть таких злых комментариев, и у нас на канале тоже. Ну, в принципе, что можно сказать? Я думаю, что они должны быть, потому что если их не будет, то не будет таких видео, вот, например, как «Диванное войско». Ну и те, кто хейтеры, да, они же должны как-то выплескать свои эмоции. Вот поэтому, в принципе, я как бы не против, чтобы они писали. Но единственное, чтобы положительных комментариев было больше. Ну и лайк, естественно. Ну, они нормально придумали вот рубрику «Диванное войско». И нормально... В принципе, адекватно реагирует на такие неадекватные комментарии. Просто конструктивная критика — это еще ладно. А такие, ну ты дура. И что с этим делать? Просто с этим жить? Я не знаю, как на это вообще как-то реагировать или комментировать? Что на это ответить? Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Пока.